Добрый день! Сегодня мы рассмотрим с вами полуавтоматический этикетировщик модели AE2, настроенный на представленную тару. Как вы видите, все флаконы разные, имеют разные диаметры, длины, ширины этикеток и имеют всевозможные грани, которые препятствуют приклеиванию этикеток. Для решения данной проблемы мы применили дополнительные оснастки, которые мы, впрочем, вам сейчас продемонстрируем. Давайте начнем. Как видите, все ровненько, все наклеилось. И теперь нам необходимо провести переналадку. Для этого мы подстроим датчик, для того чтобы он реагировал. И, как видите, имеется дополнительный подстаканник, для того чтобы удерживать данный флакон. Итак, мы наладили, и теперь продолжаем работу уже с другим флаконом. Как видите, все ровненько, все отличненько. Ну а теперь мы с вами произведем переналадку на следующий вид флакона. Для этого мы с вами заменим этикетку, так как она на нем больше. Ну и не изменим немножко оснасточку. Итак, мы продолжаем. Переналадили на последний флакон. И давайте начнем. Как вы видите, все получилось, все аккуратно. Спасибо за внимание, всего вам доброго.